Подожди. Давай. У нас тут собачка Всем привет. Живет. Всем привет. У нас тут собачка живет. Вот. Да. Посмотри, пап, покажи. Ее зовут Негрито. Это на испанском черный. Да, на испанском языке это черненький. Негрито, она уже старенькая собачка. Нет. А мы находимся на третьем этаже на террасе, да, Машенька? Все, не трогай собачку, Машулька. Да, вот такие вот здесь, смотрите. Пейзажи у нас открываются. Да, Маш? Это ням-ням собачкина, да. Смотрите, ребята, кто не в курсе, мы находимся в городе Мехико. Это Мексика. Представляете, смотрите тут как. Маш, иди сюда аккуратненько. Смотрите, там какие горы видны. Да? Это пригород Мехико. Частный сектор, да. Да, видите, вот такие особнячки. Четырехэтажные, трех, двух, да. Да. Ага, что там? Сейчас я ну-ка приближу туда. Вдали вы увидите эти горы. И на горах тоже домики там стоят. Там антенны, вон телевизионные видно. Вон там еще какие-то горы. Так что вот так вот. Красиво, да, здесь? Там футбольное поле. Там раньше боксом занимались. Вон там груши висели. Сейчас почему-то нету их уже. Ринг он такой круглый был. Вот здесь рампа для сноуборд, ну, этих, для роликов, наверное, велосипедистов. Опа. Да, Машулька. И Машулька здесь наша прыгает. Да? Вышли мы. Сейчас я ну-ка. А, здесь деревья растут, видите, у него? В горшочках такие. О, ветерок поднялся. О, сейчас мы сверху снимем. Обзор такой. Там сосед что-то делает, видишь? Ну, там он пластиковые окна делает. Кстати, у него там какое-то производство. Он занимается пластиковыми окнами, он их там собирает прям. Вот так что так. Вот такие вот. Вот видите особнячок. На первом этаже гараж. На первом этаже гараж. Два гаража. Может быть, на две семьи. И три этажа сверху есть даже, видите? Вот сейчас четырехэтажный. Вот так что так. Опа. Ой, ветер такой поднялся. Фу, Маша. Чё такое? Ветер поднялся. Такая у нас терраса здесь, да, это с цветочками. Не, ну, не наша, да. Ве. Наших друзей ве. Терраса. Ве. Ве-ве-ве. У всех, видите, на крыше накопительные баки для воды. Да, и у нас что, потому что, да, с водой проблема. Вот они закачивают воду водовозками, ну, кто из скважины, когда пройдет дождь, вода набирается. Вера, аккуратно, смотри, на трубу не нас... Большой бак. Да, у нас вот такой бак большой, расширительный. Поднимись. Сейчас сниму. О. О. Сюда нельзя, Маш, стоп. О. Нет, нельзя, Вера, подожди. Нельзя, нельзя, я сейчас спущусь. Вот такой вот обзор. Ну, своеобразная у них, конечно, архитектура. Ой, аккуратно, сюда нельзя, Маш, нельзя. Нельзя, вот видите. А вот уже это соседний дом, тут у кого-то быт идет свой. Стиральная машинка стоит. Ну, туда не пойдем. Вокруг нас горы, это мы 2000 метров находимся над уровнем моря. С той стороны дождь идет, видно. Видите, туча черная. А здесь уже все ясно, ясно, да. Вокруг какие-то горы, я смотрю, вон там тоже гора вдалеке. Видите? Ага. Вот так что вот так. Опа. Вот такая вот местность у нас здесь. Не знаю, вам интересно, нет?
напишите нам. Вот смотрите, у кого-то он. Вещи сушатся, собачка гуляет, охраняет, видите? Быт протекает. Маш, нельзя, нельзя, Машулька. Вот такое здесь. Это мы в Мехико, за городом, можно сказать. Это частный сектор. Мы сейчас поедем гулять. Да, мы сейчас поедем в центр города. Угу. Вот такой частный сектор, он состоит из таких домиков, похожих на эллинги. На эллинги похожи. Они двух-трехэтажные, даже есть четырех. Даже на первом этаже вот у них гаражи в основном. Да, девочки? Да. Вот кому-то пепси-колу привезли, видишь? Вон. Все, давайте сейчас будем трогаться. Потрогаем вот. Не надо трогать камеру, Барбара. Вот едет автомобиль, смотрите. Кока-колу везут. Вон он здесь. Ну тут я вам скажу, своя атмосфера вообще в Мексике. Нигде такой экзотики вы не увидите. Только в Мексике, да? Такие вот боксерские ринги стоят. Спорткомплекс называется. Здесь тренировки проходят. Гаражи. У кого, видимо, нет на первом этаже места, под машину ставят на улице. В решетках. Выехали на центральную улицу какую-то. Что-то продают, сок или покушать, завтраки на какие-то. Вон рынок продают, фрукты, овощи. О, обувной магазин, обувь делал. Ремонтируют. Интересно посмотреть, как у них быт проходит. У всех стоят накопители с водой на крышах. Оп. Ой. Магазинчик какой-то. Опять гаражи. Дороги тоже у них, конечно, желают лучшего. Шиномонтаж. Проехали. Вот мусорная машина, их на легендарный.
все, мы приехали в парк. О, Мария Елизавета. Buenos días. Hola. Все, приехали. Приехали. Выгрузились. Сейчас пойдем на природу отдыхать. Вот, кстати, в центре города. Мы уже в Мехико находимся. Вот здесь такой вот парк красивый, большой. Много людей, я смотрю, отдыхают. Бегают спортсмены. Идем сейчас, выберем себе местечко, где посидим или полежим. Да? Надо бы одеялки взять. Что? Букашка какая-то. В Мексике очень любят животных, собак, кошек. Собакенов тут у каждой семьи, наверное, по две штуки. По три. Такой парк, он похож на сафари, да? На какое-то африканское. Вика, да? Африканское сафари. Вот сейчас слоны где-нибудь или жирафы появятся. На горизонте, да, Барбара? Кто? Бабочки. Бабочки. Угу. О, в соломенной шапке, в очках, вообще красота. И голову не пекет на улице. У них сейчас зимний период называется. Ночью плюс 8, днем плюс 27-30, да. Сейчас Варечки, да, она подержит. У меня руки просто заняты. Какая железная дорога здесь была. Все, нашли место, Вик, вон. Ага, сейчас приземляемся здесь. Тенечки. Здесь какой-то водоем у них. Утки плавают, смотрите, камыши какие большие. Вау. И утей сколько плавает. Вау, смотрите. Вода зеленая-зеленая цветет. Ой. Смотрите, какие уточки. Беленькие. Они ждут, когда их кормить будет. Смотрите, камыши какие огромные. Красивые. Ой, красота. Ой. Thank you.